Дженга, виртуально-настольная головоломка с элементами строительства, была тщательно и старательно перенесена на iOS еще в начале декабря. Но тогда стабильность приложения была настолько низкой, что снять видеообзор по игрушке было крайне сложно. После недавнего апдейта многое изменилось в лучшую сторону. Мы должны удлинить башню из ее же кирпичиков. Графика в игре великолепна для своего жанра, но физика, один из самых главных элементов подобного рода головоломков, невероятно подкачала. Башня ведет себя слишком непредсказуемо, и из-за этого добиться высоких результатов очень сложно. Дженга как воздух нужен еще один апдейт. Когда физика не чудит, игрушка становится очень и очень интересной.